Привет, ребята, опята, меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Итак, ребята, опята, сегодня мы с вами разберем песню папиного олимпоса «Школа», сделаем это на простых аккордах, простым боем, но без ущерба качеству. И давайте сразу к делу, вот чему вы научитесь. Не качайся на стуле, слышишь? Не смей при мне говорить вслух. Тебя все равно не услышат. Лучше сотри это слово из трех букв. Не качайся на стуле, слышишь? Ты в этой жизни полный ноль. Открывай тетрадь и записывай. Моя социальная роль. Я здесь уже 40 лет. Мое эго царапает обшивку орбитальных станций. Представляешь, какой нужно сильной быть, чтобы не шататься? Я не человек, я симбиоз. Мои нервы крепче стали. А вы просто никчемные дети. Меня к вам послали. Ты будешь делать то, что я скажу. Будешь говорить, когда я скажу. И при любой попытке создать шум я накажу. Снова тянешь руку вверх, ну что тебе нужно, выйти поплакать? Нет, я просто так давно хотел сказать вам: идите нахуй, ваши формулы ложь. Ни один пример не помог мне решить ни одну из проблем. Я просто убиваю время. Большую часть песни мы будем играть по кругу вот эти четыре аккорда. Первый С, вдруг кто-то не знает, С зажимается безымянным пальцем, первая струна на третьем ладу. Следующий аккорд АМ зажимается средним пальцем, четвертая струна на втором ладу. Следующий аккорд ЕМ зажимается указательным пальцем, первая струна на втором ладу, средним пальцем вторая струна на третьем ладу и безымянным пальцем третья струна на четвертом ладу. И последний аккорд из тех, которые будут часто использоваться, G. Зажимается указательным пальцем третья струна на втором ладу, средним пальцем первая струна на втором ладу и после этого безымянным пальцем вторая струна на третьем ладу. С левой рукой разобрались, что будем играть правой рукой. Вступление мы будем играть следующим образом. Аккорды С и АМ, на них мы будем просто делать проход по струнам большим пальцем с четвертой по первую. То есть зажали С, меняем АМ. Следующие два аккорда ЕМ и G мы будем играть боем пятерка. Да, ребята, опята, боем пятерка. Как играется бой пятерка? Играется он вот так. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. И так далее. Давайте зажмем аккорд, на котором первый раз встретится этот бой пятерка, ЕМ. И попробуем сыграть этот бой пятерка сначала медленно. Итак, зажали ЕМ и вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз. Еще раз. Давайте попробуем побыстрее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз. Итак, вернемся к тому, что мы аккорды С и АМ зажимаем, проходимся большим пальцем, а аккорды ЕМ и G мы на них играем бой пятерка. Ребята, опята, на каждом из этих аккордов бой пятерка мы играем по одному разу. Итак, начнем с аккорда С, АМ, ЕМ играем бой пятерка, меняем на G, без моего рта. Со слов «я здесь уже 40 лет» мы эти четыре аккорда играем только вот этим боем пятерка. То есть... Таким образом мы играем до того момента, где начинаются слова «снова тянешь руку вверх». Со слов «снова тянешь руку вверх» мы играем вот так. Снова тянешь руку вверх, ну что тебе нужно, выйти поплакать, нет? Я просто так давно хотел сказать вам, идите нахуй. Это, конечно же, не вам, ребята, опята, так было. Вот, что мы здесь делаем? Здесь у нас аккорд G становится в два раза короче, и после него добавляется аккорд A. А это как АМ, только указательным пальцем добавляется третья струна на первом ладу. АМ, А.
Итак, ребята, опята, аккорды С, АМ и ЕМ мы резко брынькаем, трунькаем по одному разу и сразу глушим. Как мы их заглушим? Смотрите, зажали С, трунькнули и сразу кладем кисть ребром на струны, но не прижимаем их, просто положили сверху на струны, звук перестал идти, мы их заглушили. Понятно, да? Еще раз. С, АМ, ЕМ, трунькаем по одному разу и сразу глушим. Можно помогать себе счетом, считать раз, два, три, четыре на раз, трунькать по одному разу и сразу глушить. Итак, первые три аккорда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Аккорд G и А мы здесь также трунькаем с глушением, но трунькаем два раза. Глушение делаем после второго раза. То есть заглушили, заглушили. Если соединить все вместе, получится вот так вот. Блять. Далее начинается припев. В припеве меняется аккордовая последовательность. Теперь все выглядит вот так вот. Сначала ЕМ, затем G, затем C, затем АМ. Также играем боем пятерка. Для тех, кто забыл, напоминаю. Это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вот как будет выглядеть припев в нормальном темпе. После припева аккорды больше меняться не будут. Далее после припева идет проигрыш, то есть вы просто по кругу играете эти четыре аккорда боем пятерка. После проигрыша идет куплет номер два. Куплет номер два вы можете либо также продолжать играть боем пятерка, либо по аналогии с тем, как мы делали в начале песни, уже под новую последовательность аккордов играть первые два аккорда проходом большого пальца сверху вниз, следующие два аккорда играть боем пятерка. Так мы играем первую половину куплета номер два. Но это на ваше усмотрение. Либо все боем, либо как-то разнообразить. Если хотите разнообразить, будет это выглядеть вот так. Итак, ребята, опята, теперь вы знаете, как играть эту песню от начала и до конца. Было приятно познакомиться и... Подписывайся, ставь лайкос. Кстати, у меня на канале есть такой же Дашин видос. Там где-то будет картинка, наверное, здесь. Ты перейди, посмотри, там, подписаться, там, туда-сюда, что-то лайки.